пороге лошади подходят к старт-машине. И сейчас будет дан старт кубку шахтеров императорскому призу. Яр Ганновер на втором месте, Нобл Вола, на третьем месте Фауст Ганновер, на четвертом месте From the World, на пятом Бо-Вояж. Бег идет Яр Ганновер, на втором месте Нобл Вола, на третьем месте Фауст Ганновер, на четвертом From the World, на пятом месте Бо-Вояж. На первое место выходит Нобл Вола. Четверть пройдена за 29,7 секунды. Впереди Нобл Вола, на втором месте Яр Ганновер, на второе место выходит Бо-Вояж. Бо-Вояж выходит на первое место, на втором месте Нобл Вола, на третьем месте Яр Ганновер, на четвертом Фауст Ганновер, на пятом месте From the World. Бег в борьбе ведут Бо-Вола и Бо-Вояж. Четверть пройдена за 30,7 секунды. Впереди Нобл Вола, на втором месте Яр Ганновер, на третьем месте Бо-Вояж, на четвертом Фауст Ганновер, на пятом месте From the World. Бег идет Нобл Вола, на втором месте Яр Ганновер, на третьем Бо-Вояж. Четверть пройдена за 30,2 секунды. Впереди Нобл Вола, на втором месте Яр Ганновер, на третьем месте Бо-Вояж, на четвертом Фауст Ганновер, тот же From the World. Бег в борьбе ведут Нобл Вола и Яр Ганновер. На третьем месте Бо-Вояж. Бо-Вояж выходит на первое место, на втором месте Яр Ганновер, на третьем Нобл Вола. Четверть пройдена за 30,6 секунды. Впереди Бо-Вояж, на втором месте Яр Ганновер, на третьем месте Нобл Вола, на четвертом From the World, на пятом месте Эгнатон Дювела. Вверх идет Бо-Вояж. На втором месте Яр Ганновер. Тут же Фауст Ганновер. На четвертом месте From the World. На пятом Эгнатон Дювела. Четверть пройдена за 30,3 секунды. Лидирует Бо-Вояж. На второе место вышел Фауст Ганновер. На третьем месте Яр Ганновер. На четвертом From the World. На пятом Эгнатон Дювела. Бег ведет Бо-Вояж, на втором месте Фауст Ганновер. На третье место выходит From the World. Четверть пройдена за 29,9 секунды. Впереди Бо-Вояж, на втором месте Фауст Ганновер. На третьем месте From the World. На четвертом месте Яр Ганновер. На пятом Эгнатон Дювела. Лидирует Бо-Вояж, на втором месте Фауст Ганновер, на третьем From the World, на четвертом Яр Ганновер, на пятом месте Эгнатон Дювела. Четверть пройдена за 30,3 секунды. Впереди Бо-Вояж, на втором месте Фауст Ганновер, на третьем месте From the World, на четвертом Яр Ганновер, на пятом Эгнатон Дювела. Бег идет Бо-Вояж, на втором месте Фауст Ганновер, на третьем месте From the World. На первое место выходит Фауст Ганновер, на втором месте Бо-Вояж, на третьем месте From the World. На четвертом Яр Ганновер. Бег идет Фауст Ганновер, на втором месте Бо-Вояж, на третьем From the World. И впереди Фауст Ганновер. Продолжение следует...
энергетики России Анатолий Борисович Яновский. Кавалер знака шахтерской славы трех степеней. Почетный шахтер России. Председатель российского представительства международного чемпионата Формулы Е Валентин Петрович Бухтаяров. Коневладелец Сергей Кулов. Начальник управления производственной деятельностью УАО «Российский ипподром» Татьяна Моисеева. Владелец жеребца «Фаус Ганновер» Наталья Строй.